Туда копаю, туда. Полкилометра. О, белка. Надо домик строить ей. В домике в лесу. Весной вся вода бежит вон с той горы. Вот оттуда полкилометра. Вот за дорогой вот там бежит. И потом вдоль забора бежит вот сюда. Сначала вода бежала вот сюда. Потом я здесь сделал дорогу. Потом здесь выкопал канаву. Сейчас вода бежит сюда. Потом бежит сюда. Туда-туда. В лес. И лучше надо было бы начинать копать вот оттуда. От речки. Речка тут где-то метров 400, может 500 отсюда. Конечно, оттуда надо было начинать. И вот так вот все оттуда копать, 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 копать. Раньше у меня бежала вот с той стороны дома вода. Вот там я ковырял. Вот здесь все прокопал. Туда прокопал метров 200. Вот туда. Сейчас нужно с этой стороны копать. Вот эта канава. Сейчас вот здесь надо копать. Где-то метров 10. Здесь высоко земля, видите? А там уже пониже. Вот здесь надо все разобрать. Все ветки. И все, вода туда побежит. Ну там тоже надо как-то ковырять. Туда подальше-то. Вот так вот, чтобы вода уходила. Вот так вот. За домом-то. Я весной вот здесь копал, видите? Вот туда все прокопал. Туда все копал. Домик в лесу. Вот такие дела. Вот здесь все надо копать. И по идее надо до речки все копать, если так, так. Тут до речки далеко. Привет! Три дня было холодно, лежал уже снег, сейчас все растаяло. Сейчас будем делать канаву, но сначала надо расчистить, убрать все ветки там. Очень много веток, все сжечь, все, погнали работать. Фу, блин, пуховик надел, жарище такая. Фух, все, наконец-то. Целый день тут ковырялся. Ковырять лес, чистить лес, это то еще занятие. Фу, трындец. Все вычистил. Теперь в лесу тоже чистенько. Вот какая куча получилась. Но это все сразу сжигать нельзя. Помаленечку будем сжигать. Во как тут стало чисто-то. Смотрите-ка. Ну вот эта куча. Теперь тут грязненько. Грязно-грязновато. Это полдела было. Вот здесь, видите, упирается все.
копать нужно теперь. Сейчас вот покажу я вам, как я все расчистил. Целый лес тут. Целый лес. Вот как чисто стало. Тут был трындец, конечно. Столько веток. Еще их выдергивать из земли. Тут видите, вода, болото. Почему болото? А потому что, я вам говорил, надо копать до речки, чтобы здесь не было болота. Здесь у меня кругом, вокруг дома болото. А дом стоит на поляне, на возвышенности. Понятно? Видите, какой уровень? А тут надо приличную канавку копать. Да, потому что вся вода весной вот теперь здесь побежит. О, будет трындец, конечно, весной. Вот такие пироги. Сейчас отдохнем. Маленький костерчик зажгем. И в путь работу. Няша, ты где? Почему мне не помогала в этот раз? Няша. А, ты здесь, что ли? Я думал, ты где-то убежала куда-то. Ну, айда, айда. Гараж распилили. Вот он, на телеге уже привезли. Ну что, приступаем копать траншею. Копать мы любим. Вот пока так вот дела идут. Расширил вот там. Пошире канава теперь у меня тут. Куча убавилась. Там прибавилась. Если помаленьку, то она не горит. Гнилье, все сырое. Так вот, такие дела. Продолжаем ковырять канаву. Лаки учуяла мою вкусную еду. Ну чё, жена постряпала шаверму. У меня обед. О, красненькое. Ну чё, будьте здоровы, не болейте вирусами. Чё за звуки? Будьте здоровы!
Да, вкусно-то как. Ну что, костерчик догорает. Где-то метров 12 я прокопал. Темно уже. Ну, это еще выгрести надо вот это вот. Тут лужа еще. Вот пока такие дела. Доброе утро. Что у нас тут? Бутерброды, каша рисовая, манты. Доброе утро. Пообедаем. Пообедаем, говорю. Позавтракаем. Ну, как там чистенько встает. Ну что, новый день. Продолжаем сжигать мусор, ветки, канаву копать. Насчет того, что я сижу дома, нигде не работаю, сижу на шее у жены. Ребята, все, что я построил, все, что я строю, машина, я купил на свои деньги. Ни у кого на шее я не сижу. А где тогда я беру деньги, раз я нигде не работаю? А у меня печатный станок есть. Я денежки печатаю. По-вашему, я от нехер делать, что ли, эти видео снимаю? Ну чё, теперь и здесь у нас все чистенько. Потом здесь можно будет когда-нибудь сделать гараж. Теплый гараж. И вот из такого же блока. Помогать идешь? Айда, айда. Ну чё, как тебе новая канава? Нормально. Яша, ты куда опять залезла? А? Беря, беря, пошли. Ну что, вот до сюда мы прокопали. Здесь у нас запруда, чтобы вода туда не бежала. Ну а сейчас продолжаем дальше копать туда, в лес.
О, пошла свистопляска. Добрались до леса. Корни пошли. Все тут, короче, добрался до болота. Теперь здесь стало выше, чем здесь. Вода сюда выбежала, видите, отсюда. Теперь надо вот там где-то далеко начинать, чтобы отсюда вода ушла из болота. Тяжело тянуть бегемота из болота. Тут все, смотрите, пошли конкретные корни. Тут дерево рядом такое. Трындец, трындец, короче. Ух, пробрался я все-таки здесь через эти корни. Думал, не смогу. Просто сегодня без обеда. О, сил уже нету. Но здесь уже дальше болото. Тут полегче. Че тут чернозем-то ковырять? Но это потом продолжим завтра, наверное. Подустал уже сегодня. Фух. Так, ну что, давайте пройдемся по маршруту, где весной будет бежать вода. Так, вот здесь. Здесь вот до вот этой палочки, вот этих палочек выкопали экскаватором. Ну как выкопали? Потом половину я снова сам выкопал. Экскаватор, блин. Можно было самому выкопать. Тоже мне экскаваторщик. Вот так мы сейчас прокопали тут. Идем. Такая траншея. Вот до сюда мы прокопали. Дальше, чтобы копать, надо вот там начинать подальше. Понимаете? Ну давайте здесь дальше пройдем. Вот здесь сколько воды. Еще больше стало. Вот. У нас где-то вот здесь вот держит. Вот сюда мы вышли. Видите, куда мы вышли-то? Вот туда где-то метров 30. Туда полкилометра. Это все надо копать. Давайте начнем отсюда. Вот от этого мостика туда, который в домик идет. Ну что, вот как я прокопал. Видели, что тут было до этого? Вообще ни о чем. Но даже этого мало будет. Тут такой поток воды весной будет. Надо в два раза глубже. А смысл здесь копать в два раза глубже? Если там будет выше, надо копать туда, далеко в лес, чтобы здесь копать глубже.
Ну что, прокопал я где-то 10 метров. Итак, в ту сторону надо было где-то полкилометра. Итого 500 минус 10 получается 490 метров. Ну, немного осталось. До сюда все прокопал, всю землю вынул. Вон какая гора. Ну, конечно, местами, где деревья, целый час можно проколупаться. А можно и 5 метров за час пройти. Ох. А на деле-то вот этот участок я целый день рыл. Да, трындец. Там вон я за пруду сделал, чтобы здесь воды меньше было. Но это все равно наберется, потому что болото. А сейчас посмотрите, что я вам покажу. Там выше, да? А здесь посмотрите на глаз. Куда вода должна бежать-то? Там в гору пошло? Нет? Да, трындец еще копать. До речки точно копать надо, полкилометра. Вы не смотрите, что я херней занимаюсь. Я дурак тот еще. Надо будет, и до речки выкопаю. Лед. Каток. Так, сейчас нам надо вот то место соединить вот с этим местом. То есть копаем вот отсюда туда и вот все до сюда. И потом вода уходит вот туда. Это тут, наверное, метров 30 до сюда копать. Ну что, погнали. Я думаю, здесь будет нелегко копать. Кругом деревья.
О, я озеро откопал. Смотрите, какой река побежала. Вот там вот раньше уточка весной своих утят высиживала. Ого, тут у нас озеро. Все там уперлось. Тут можно будет на коньках гонять, когда все застынет. Вот так вот туда. Обалдеть, что будет. Бляха. Лопату сломала, а? Вон туда, далеко надо копать. Вообще далеко. Либо до низины, где низко, что маловероятно. Скорее всего, до речки надо копать. Это очень далеко. 500 метров. Няша, куда опять лезем? Давай, поискупайся. Давай. Я уже 4-й день тут ковыряюсь. Уже как-то поднадоело. Няша, тебя что все в воду-то тянет, а? Ты водоплавающая, что ли? Воду любишь? Осталось 1.5 метра. Совсем немного. Есть такие люди, которые 2 минуты работают, 10 отдыхают. Я так не умею. Если я работаю, то работаю до потери пульса. Либо вообще не работаю, ничего не делаю. Ну что, вот мы и добрались. Давайте распружаем за пруду. Распружаем. Ура! Наконец-то! Ух, пробились. Ребята, я вам наврал про 4 дня-то. Я уж неделю тут ковыряюсь, наверное. А чему ты радуешься, скажете вы? У тебя ж тут вода как стояла, так и стоит. Это я сделал для весенних паводков, чтобы здесь не получилось озеро Байкал. Вот до этого уровня. А чтоб вода беспрепятственно проходила туда, убегала в речку. Но если бы комментаторы, которые такое напишут, начали бы копать от речки уже, то бы здесь уже воды не было. Так как здесь все время вода стоит, стояла, деревья болеют, ольха болеет, елки падают, тоже болеют. Вот, чтобы здесь был здоровый лес,
надо маленько уровень воды опустить. Поэтому выкопал канаву. Так, крот тут начал мне зарывать канаву. Смотрите. Ну что, давайте пройдемся по маршруту. Вон там начинается, да? И сейчас пошли все туда. Это у нас, наверное, получилось, что я выкопал где-то метров 100, наверное, не меньше. Блин, сапоги дырявые. Давайте по маршруту пройдемся. По этой канаве. Тут всякие эти зигзаги. Вот, короче, вдоль дома. Вот канава идет. Да, повозился, конечно. Болото. Как же тяжело тащить из болота бегемота. Так, идем. Вот возле домика проходим. Вот. А здесь вот, если застынет, на коньках как разбежаться можно будет. Разогнаться. Вот здесь у нас такое получилось озерко. О, смотрите, тут какая глубина. Вот и приехали, ребята. Вот это я весной ковырял. Видите, тут маленькая такая канавка. Либо вот сюда прямо копать сейчас, до речки. Либо вот здесь вот где-то низина. Где вот эту низину есть, нет? Вот такие дела, ребята. Фух. Короче, сейчас сходил вот сюда. Прямо. Прямо копать нереально. И не нужно. Тут слишком высоко. Копать нужно туда, куда бежит вода, где низко. Вот там вот. Но это тоже трындец как нереально. Кругом все повалено. Вообще полный пипец. Вот сюда я тоже прошелся. Вот здесь вода стоит, видите? Я тут чуть не утонул. Болото. Ну давайте вот так покажу, как сколько я прокопал. Бзззз. Ну что, пока на этом, наверное, серию закончу. В ту сторону буду копать, нет? Скорее всего, буду. У меня еще есть неделя там до заморозков, до чего-то. Ну, на этом, наверное, все. Всем пока. До свидания.